А прямо сейчас подробный гороскоп от звезд на этот день. Сегодня день творческого подъема и высокого жизненного потенциала у всех знаков зодиака. Дерзайте, воплощайте свои мечты в реальность. Овнам категорически не рекомендуется сидеть дома. Пора выйти на улицу, встретиться с людьми и послушать, что вообще творится вокруг. Вы рискнуете, замкнуться в своем ограниченном мирке. Поэтому вот займитесь тем, что представляет для вас интерес. Общайтесь с родными, знакомыми. Может, с кем-то вообще познакомиться можно. Да, лучше развиваться и расти, чем сидеть на месте и потихоньку угасать. Эх, тельцы в этот день особенно успешны. Это заметят окружающие. Ты заметила? Я такой успешный, рядом сидеть не могу. Сны, которые будут сегодня, вполне вероятно, не случайны и несут в себе знаки и руководство к действиям. Вот не могу вспомнить сегодня, что мне снилось вот буквально вот этой-то ночью. Эх. В общем, если вы, друзья, не забыли свой сон, постарайтесь истолковать его правильно. А еще ожидайте сюрприз от любимого человека. В сфере работы и отношений с коллегами день не отличается ничем обычным. И необычным тоже. И это и хорошо. Угу. А, близнецы, постарайтесь честно оценить собственное отношение к окружающим. Возможно, вы в последнее время вели себя, может быть, не совсем корректно, проявляя самодовольство. Время на то, чтобы исправить свои ошибки, настал. Еще есть немножко такого вам моментика решить вот этот вот... Закоренелый вопрос. Да. Поэтому постарайтесь это сделать, если вам важно не потерять привычное окружение. Не настаивайте на первоочередности вашего мнения и идей. И прислушайтесь к чужой точке зрения тоже. Правильно. Потому что иногда нужно уступать. А может быть, даже и чаще, чем иногда. И тем более, может быть, это мнение или решение не такое уж и плохое. Раки, проявите терпение и спокойствие. Настоятельно рекомендуется воздерживаться от любых конфликтов и спорных ситуаций, в которых вы можете проявить себя не с самой лучшей стороны. Близкие сегодня будут как никогда заботливыми, понимающими, а вы не злоупотребляйте этим. Помощь по хозяйству придется, кстати, весьма. Препирательства приведут только к ухудшению настроения, причем не только вашего настроения, но и, в общем-то, всех окружающих. У львов есть шанс повысить свой социальный статус. В профессиональной сфере все вообще идет отлично. Вы растете как по служебной лестнице, так и в личностном плане. Используйте возможность наладить свои отношения в коллективе и найти новые перспективы для успешных переговоров. Привлечь инвесторов тоже было бы неплохо. Главное – действовать, пока судьба дает все это вот и все вот это вот для вас, все возможности вот эти вот вообще. Девам сегодня много придется работать с правительственными и общественными организациями, а успешность результата напрямую зависит от вашей дипломатичности и коммуникабельности. Следует внимательно относиться к работе с важными документами, чтобы ничего не пропустить и не забыть. Относитесь к руководству с уважением, даже если не разделяете его точку зрения. У весов отличный день, между прочим, для проявления активности. Пора заняться спортом или прогулками на улице. Пойдут на пользу коллективные мероприятия. Настала пора задуматься о смене деятельности. Задумалась? Да, сразу как-то задумалась. А также возобновление и налаживание старых контактов. Не забывайте помогать своим родным людям. Сегодня у вас может получиться решить семейную проблему. Вообще, день, знаете, сегодняшний, это не время для риска и переутомления. Поэтому отдыхаем. Да, и не рискуем. Да. У скорпионов отличный день. Велика вероятность выигрыша, заработка или находки чего-то ценного. Пора задуматься, проанализировать поступки и составить планы. Семейные отношения могут осложниться из-за нежданных вестей. Нужно взвесить реальность и мечты. Вы можете добиться огромного успеха и сделать практически невозможное, если реально оцените свои возможности и ситуацию. Стрельцы, время дерзать. Можете рискнуть и поменять работу. Вообще не исключены изменения и в семейных отношениях. Возможно, новые романтические
отношения. Угу. Но благодаря своей неуемной энергии вы сможете вообще заразить вот этой вот энергией всех окружающих и вдохновить на смелые поступки. В этом, мне кажется, ваша суперсила. Да. Прислушайтесь к указанию планет, используйте все возможности в новых коммерческих проектах. Угу. Сразу так ладошки у стрельцов зачесались к себе, чтобы прибыль пришла. Правую? Без разницы. Главное к себе, не от себя, к себе. Жизнь козерогов может поменяться, все задуманное способно в скором будущем реализоваться. Будьте внимательны в отношении коллективных действий. Чужое мнение может оказаться ошибочным, поэтому больше прислушивайтесь к себе. Не рассказывайте другим о задуманном, в решениях полагайтесь на себя. Во второй половине дня могут возникнуть проблемы, в решении которых вам нужно быть конкретными и решительными. Вот сегодня водолеям следует избегать активности как физической, так и в общении с посторонними людьми, поскольку расположение звезд снизило вашу интуицию, и не стоит сегодня заводить новые знакомства и отношения. Не исключены проблемы со здоровьем, головные боли. Придерживайтесь правильного питания, не злоупотребляйте алкоголем. Вот. Да. Основные правила. Да. Рыбы, сегодня время для активности, раскрытия творческого потенциала. Представители творческих профессий смогут в полной мере раскрыть свои таланты, получить, кстати, от этого максимальную отдачу. Трудности в сфере бизнеса вы сможете преодолеть благодаря упорству, реалистичной и всесторонней оценке ситуации. Сегодня могут открыться новые источники дохода. Тоже ладошку. Почесали к себе. Вообще. Угу. Да. Ну, вот такой, собственно, день ожидается сегодня. Всем желаем незабываемой творческой и приятной среды.